жанар мансап, қазақтың байтақ даласын, өлең мен жаздым, шабыттың ауыр жарасын. Айгерим Токтамы, студентка первого курса. Она является действующим членом поэтического клуба. По ее словам, здесь она развивает себя творчески. Особенность клуба – студенты объединяются в одну группу. Само открытие – большая радость для нас. Для меня это хорошая возможность развивать свои творческие навыки. Клубу не случайно присвоили имя Еркеши Ибрагима. Писатель внес значимый вклад в развитие и популяризацию казахской поэзии. Теперь юные акыны могут обсуждать темы современную действительность, делиться размышлениями. До сегодняшнего дня эти ребята участвовали в региональных соревнованиях. В ближайшее время планируем принять участие в республиканских конкурсах. Члены клуба организовали свое первое мероприятие в честь 90-летия Еркеши Ибрагима. Также планируется провести конкурс акына в рамках юбилея Абая Кунанбаева. В следующем месяце будут выпущены антологии молодых поэтов. Зарина Дюсекеева, Абзал Болтабаев, Сабырбек Кулатай, Жамбыл Балтаев, Кокши Акпарат.